В Чебоксарах продолжают работу мобильные пункты вакцинации. Расположены они в торговых центрах, на центральном рынке столицы и около магазинов с большой проходимостью людей. Привиться могут все желающие старше 18 лет. При себе необходимо иметь паспорт, страховой полис и СНИЛС. Работа мобильных пунктов по вакцинации в торговых центрах, на рынках и около магазинов позволяет жителям Чувашии сэкономить самое главное – время. Теперь нет необходимости записываться заранее и сидеть в очереди на прием. Привиться можно прямо здесь, недалеко отходя от кассы. Опрос, осмотр терапевта, оформление документов – стандартные процедуры для тех, кто хочет привиться. Необходимые условия – возраст старше 18 лет, наличие страхового полиса и СНИЛС. Юрий Самакин из окна дома увидел, что на улице идет вакцинация. Тут же решил воспользоваться моментом. В этом доме живу, а тут вакцинация проходит. То есть я вышел, и прямо здесь никуда и ходить не надо, и в очереди сидеть не надо. Потому что у меня жена сидела в больнице, у нас где-то часа полтора, что ли, прошло на ХБ-комбинате. А тут все очень быстро, все очень удобно. И народ-то немного. Вакцинация в мобильных пунктах практически ничем не отличается от вакцинации в поликлиниках. О безопасности переживать не стоит, отмечают специалисты. Последние выездные бригады нам позволяют приблизить вакцинацию к населению. Мы за час уже привили 13 человек. Также мы мобильную бригаду выставили в центральном колхозном рынке и за 3 дня привили больше 70 человек. Вся холодовая цепь при выезде у нас соблюдается. Вакцина хранится в термоконтейнерах, там, где выдерживается минус 18. Все санитарно-эпидемиологические условия, они у нас выполняются. Даниил Леонтьев на вакцинацию пришел со своей семьей. Считает, что прививка – это защита своего здоровья и окружающих. Вот я с семьей прогуливался сегодня, погода хорошая, и заметил скорую помощь, где вакцинируют от ковида. Ну, я рад, в принципе, зато болеть не буду. Врачи сказали, что через некоторое время они позвонят, там, как бы, еще проколят, и, соответственно, потом выдадут сертификат о вакцинации, потому что некоторые работодатели просят именно сертификат для нормального трудоустройства. Данные о вакцинации можно посмотреть в личном кабинете на портале госуслуг после получения первой дозы препарата. После второго этапа предоставляется QR-код сертификата. Если нет возможности зарегистрироваться на портале госуслуг, для получения справки о вакцинации необходимо обратиться в пункт, где пациент сделал прививку. Ольга Алексеева, Андрей Шоклев, Республика.